мы едем, и здесь на протяжении всего пути, ну как всего, длинного пути, такие леса. Нет макушек. Я как понимаю, это болото. Ну, сухостой. Да, сухостой, болото. Это дорога от Ишима к Омску. Болот много. Я вот думаю, здесь же, наверное, клюквы. Завались. Да, Виталь, как ты думаешь? Не знаю. Будем мы собирать урожай клюквы? На обратном пути нет, на обратном пути мы на другом пути будем. Минус, конечно, то, что здесь узкая дорога, одна полоса туда, одна обратно. Вроде бы расстояние небольшое, 150 километров вот нам осталось, но ехать на самом деле долго, потому что... Средняя скорость 70 километров. Да, средняя скорость 70 километров. Ну, ладно уж, едем, что поделать. А вот у меня еще какая мысль. Ведь здесь же по-любому грибные места. Вот я еду с Виталиком и думаю, здесь по-любому должны быть грибные места. Не может быть, чтобы здесь не было грибов. Тюменская область, вот это Омская, здесь же грибов завались. Хочу грибов. Слышите? Есенин. Сделай чуть громче. Я избежал падения с кручи, теперь в Омской стороне я сам яростный попутчик. Я стал тем, чем был тогда, не мучил бы я вас, как это было раньше. За знамя вольности и светлого труда, готов идти хоть до Ла-Манша. Я знаю, как это. Живете вы серьезно. Умный муж. И не что нужно не вам наше слово. И сам я вам ни капельки не нужен. Письмо к женщине. Как вас ведет звезда? Как вас ведет звезда? Приветствую вас. Любишь Есенина, Виталь? Обожаю. И я, у меня аж слезы наворачиваются. Просто... Я не могу, я его люблю. Через 500 метров. И ты тоже, да? Я без него нет. Вот. И я говорю, Есенин, это вообще аж за душу берет меня. Как слушаю, так у меня слезы наворачиваются. Как слушаю, как читаю. Вот такого я еще Есенина люблю. Я еще голос там махал бы, сидел. Вроде за кормой сверкали даты, яхта с миром упокоится на дне. Яхта набежит и спрячется во мрак. Море, словно чей-то голос утонул в хоре, оставляя этот берег вниз. Море, прежде чем испробовать морской время, я хочу... Сколько нам еще ехать, вы не представляете? Я хочу увидеть на скале город, бешено колотится в груди. Ничего не вижу. Покажу сейчас. Тесно я ушел в открытый океан. В тени только затонувших кораблей. Тени видели, как молния вошла. В тени я сейчас слабо под морской. Соли я хочу увидеть, как зайдет солнце. А еще о чем мы подумали с Виталиком. Это о том, что мы-то едем, и у нас плюс час, плюс час, плюс час. У вас-то по Москве сейчас 3 часа дня, а у нас-то здесь уже, извините, 4, 5, 6, 18, 18 часов. 18 часов у нас. Это у нас украли 3 часа, у нас украли жизни. Но зато, когда мы будем ехать обратно, вот я говорю, Виталь, представляешь, мы проедем с тобой, например, час. А сейчас 12 часов дня, потом еще час проедем, и все 12 часов дня. А потом еще час проедем, и все 12 часов дня. Я смотрю, как красное солнце, ни разу не вижу. Ну, в общем, вы поняли, да, мысль? На обратном пути мы будем стоять на месте по времени, а двигаться физически в пространстве. А сейчас мы, получается, опаздываем всю дорогу. Гениально.
Я говорю, у меня иногда гениальные мысли, да, Виталий? Пока даю, я вообще философом стану. Психологиня, наверное, вырвется наружу.